Друзья, всем добрый вечер. Вы на канале Сельчанка в Америке. Вкусные, да? Да, в этот раз сделали три галлоновых пакета пельменей. И в тесто я добавила яйца. И такое тесто более твердое получилось, но понравилось. Совсем другие. Угу. А что ты без куртки ходишь на улице? Жарко. Ну да. Это Мирослава сварила уже в эту форму. Раскоила? Да. А я здесь готовлюсь, друзья, выпекаю безе. Делала голубцы. Маленькие у меня есть, но мне нужно маленькие, культурненькие, такие красивые. Сейчас покажу. Вот я их. Вот такие они где-то как пальчик. Может быть, видео не передает. Так, а здесь идут уже таким очень маленькие треугольничком. Нужно, чтобы наесть несколько штук, да? Полдышки. Еще на любителя есть люди, которые любят. Да. А ты будешь перец фаршированный делать? О, слушай, забыла, точно, точно. Так, завтра я еду в город. Сейчас мне нужно записать, что купить. Мне нужна капуста, мне нужно перец этот сладкий купить, маленький или большой покупать. Я думаю, маленький будет красивее. Ну, есть вообще маленькие, где-то средние такие есть, знаешь? Угу. Да. Ты уже говорила, что на этот день праздник у нас? Друзья, сварила первый раз в жизни лимонный курд. Почему? Я почему-то кудр говорила, думала, курд. На желтках. Спасибо большое моим самым лучшим подписчикам. Это в Инстаграме мне написала одна девушка, что я вчера, что я готовила? А я вчера готовила безе, которое у меня не получилось. Друзья, я никогда не скрываю, если что-то не получится. Оно не получилось. И остались у меня желтки. И мне пишут, что сделайте лимонный курд. Я говорю, я не пишу, я не умею. Мне прислали рецепт. И сегодня я попробовала его сделать уже снова с других желтков, потому что я выбросила курочкам, а сегодня новые. Сейчас сушится у меня безе, я не знаю, получится, нет, но будем смотреть. И остались вот такие домашние желтенькие желточки. И лимонный курд этот на желтках. Его первый раз в жизни приготовила. Я и сделаю с него, добавлю в безе Павлова его немножко, а сверху как бы внутрь начиночку такую сделаю, а сверху будет сливочный крем и добавлю, сделаю тарталетки с таким этим, с этой начинкой, и другие тарталетки будут с орешками и с карамелью, то попробую. Так, дальше. Это он у меня теплый, еще горячий. Его нужно, когда он остынет, его нужно накрыть в контакт и поставить в холодильник. И в холодильнике, там в рецепте говорится, что может стоять неделю. Представляете? Это вообще. Что можно с ним делать? Даже блинчики, говорят, можно вмакивать и кушать, что оно такое вкусненькое. Ну, здесь я нахимичила немного по-своему, потому что начала готовить. Так, сюда нужно сок лимона, я нашла, и цедра лимона. Ой, нету лимона. Цедры, вернее. Апельсины. Я сюда добавила 2 чайные ложки цедры и апельсина, и сок лимона. Сок лимона у меня был не с лимонов, а такой, продается в бутылке, знаете, сок. Не сок лимона, а сама такая кислота. Но его разводить и делать лимонад, напиток. Жидкий. Сейчас я покажу баночку. Это вчера Гема купил. Вот такое.
Я просто попробовать хотела, ну, получится ли оно. И получилось. Дальше что? Ну, я думаю, было бы лучше, если я добавила цедру лимона, но нет, было лимонов. Я хотела ехать в Костко, потому что думала сварить глазурь, которая тоже может долго стоять. Ой, не глазурь, а карамель. Нету, у вас бывает такое? Нету сливок. Так, окей, отпадает это, все, не могу сварить карамель. Затем вот этот курд, нету лимона. Ну, что-то придумала, нашла. Что еще я хотела что-то приготовить? Тоже нету. А, делать тарты, замесить тесто тартов, тарталетки. То тесто нужно, чтобы в холодильнике было 4 часа там. Так, опять не получится, когда будет 4 часа, будет 12 часов ночи. Мне нужно спать будет уже, отдыхать. Дальше. Духовка тоже занята, потому что сушится безе. И вот так оно все, ну, прям клубок какой-то закрутился. Окей, думаю, поеду. Сейчас уже написала список, что мне нужно. Поеду куплю. Я смотрю на часы, друзья, уже 9:30 вечера. Так что ничего, никуда я не поехала. Просто сейчас иду отдыхать и все. Сейчас уже накрою. Он такой тепленький. Может быть, в холодильнике еще не ставить, такой горячеватый. А когда остынет, он еще будет такой погуще. Ну, попробуем, как оно получится, друзья, у меня. Так что завтра утром, даст Бог, доживем, я поеду в город. В магазин в Коста или куда? Какое приятное. Слышно и лимон, и апельсин. Ну, буду знать. Может быть, другой сделаю, чтобы так уже был настоящий, с лимоном, с цедрой лимона, знаете. Доброго зимнего утра вам, друзья. Еду я в город, мне нужно кое-что купить. То капусты, то сладкий перец, то лимоны, то сливки, то все и то-то, знаете. И, ой, много там чего надо. Погода вот у нас какая, зима начинается сегодня с 8 утра, сейчас у нас 10-11 утра. Прогноз погоды передавали еще вчера, что будет у нас снежный шторм. Будет ветер, будет снег, будет, ну, такое всякое. Ну, вот уже оно начинается. И к вечеру будет очень-очень сильно. Ну, будем смотреть. Приехала в самое первое, в магазин LD. Здесь мне нужно, сразу знаю, в каком магазине что есть. И уже выгуливаю шапочку новую от Аллы. Такая тепленькая, такая красивенькая, хорошенькая, удобная. Не видно. Уже я в магазине беру. Такая классная цибулька зеленая. 85 центов. Хорошенькая. Сейчас огорода нету, то очень хочется. Огурцы по 95 центов. Вот такие салатики беру. Иногда в Костко, иногда здесь. По 95 огурцы. Так, бананы, апельсины. Можно апельсинчиком взять. Лимоны. О, лимоны нужны. А то вчера не было. 3,79. Вот как-то брала в Костко, и очень вот эта кожура такая толстая. Возьму 2 пакета. Так, нужно список доставать и смотреть. Мандаринчики можно взять. Как-то лайм я брала, что-то не понравился моим. Не знаю. Вот такой маленький мини-перчик возьму, чтобы его нафаршировать.
У меня есть фарш, так как на голубцы, только я тут всегда делаю большие такие, беру. Вот список какой. Сделаем маленькие. Кондитерским мешком себе шлоп-шлоп и все. Так, 2 пакетика возьмем. 3 пакетика, я думаю. Я даже такие ставлю в морозилку. Так, нужно выбирать, чтобы были немножко побольше. Когда-то делала, ставила в морозилку, без проблем себе стоит хорошенько. Так, капуста мне нужна. Во. Купила все, кроме... Все по списку, кроме моркови. Нету морковки здесь почему-то. Не знаю почему. И снежок. И еще помимо списка тоже купила, да? Еще, наверное, сейчас заеду. Костка, может быть. Там есть морковь. Ой, давненько была я в Костка. На прошлой неделе, наверное, не была. Базоны вот такие красивые. По $18. Куртки. Женские. Ух. Так, нужно идти быстренько. По делу, что нужно. Кресло красивое, серое, 350. Уголочек 1200. И отдельно пуфик 150. Это тоже такой уголок, просто его так поставили, сдвинули, а так он... Можно посмотреть, вот так глянуть и сказать, что какая-то кровать, да? Но чтобы место поменьше занимало, то не так. Ой, столько скидок опять. Вот такие ветровочки были по 20, сейчас по $7. Женские, смотрите. Такие. Есть черные. Такие плащевочки они. Штаны по $6 были, 16, 17 были. Такие. Вот такие по 9 были, 15. Но только нету карманов по бокам. Я люблю. О, черный есть. Когда есть кармашки такие, и ты туда телефон. Когда особенно на работе себе положил, и все. Тепло так в магазине, что шапку даже сняла. По $8 штаны детские. Да, очень классные. Утепленные. Смотрите, какие хорошие. Это детям. В школу зимой ходить. Очень хорошенькие. Такой большой выбор салатов от Костка. Вот $7 за 2 таких пакета. И вот сколько видов их есть. Цезарь. $9 большой такой пакет. Тоже. Вы можете, друзья, поверить, что я вот с такой тележкой выхожу с Костка. Взяла только в салат. Перчатки это мои, потому что мерзнут руки. Хлеб это для Катруси купила, попросила, потому что буду к ней заезжать, забегать. И вот такую колбаску домой взяла. Морковь.
И такой вот, такая нарезочка. Сало с колбасы, с мяса. И смотрите, людей совсем мало, потому что уже закончились праздники, в магазинах пусто. Ну, пусто, нету людей. А вот, друзья, и шторм, про который я говорила, видите? Все только начинается. Да, метель. По видео оно не так, а в настоящую, вживую, то очень много метет, снега, метель такая, а что к вечеру будет, не знаем. Но сейчас температура была 34, уже упала, стала 32 по Фаренгейту, то как лупанет морозец, то будет очень-очень скользко и опасно. Нужно ехать помаленько, аккуратно. Смотрите, друзья, какая погода у нас. Слава Богу, благополучно доехали мы. А Марика остается сегодня дома, попросила, то, ну, чтобы не шла на работу. То сказали, оставайся, чтобы не было никаких там аварий и всему тому подобного. Ух, очень скользко и метель вот такая замечательная. Ну, начинается зима у нас, я надеюсь. А то ж было как весна, осень и все такое. Покажу сейчас вам свои покупочки. А то иногда, друзья, я забываю. Вот так приеду домой и все, разложили по местам. И мне самые лучшие, любимые мои подписчики пишут. Наташа, ну почему вы не показали покупочки? Мы же так ждали. То сейчас вот вспомнила и покажу. И вот главный Цезарь сидит здесь. Красавчик мой, пушистый, красивый, упитанный. Он не толстый, он упитанный. Да, вот он зевать еще умеет. Смотрите, какая-то мордочка красивая. Вот картиночка наша. Гном не засни, там не упади на низ. Да. Так, начнем. В магазине Aldi была и Костка. Купила апельсины, лимоны, помидорки закончились уже, мандарины, еще лимоны, много-много капусты свежей. Наверное, 7 кочанов, потому что я буду делать салат такой, как кислая капуста, я не знаю, как он называется. И салат со свежей капусты. И пускай, чтобы, ну, на этой неделе, друзья, у нас будет праздник. У нас будет сватовство на этой неделе, если даст Бог. Все доживем, будем живы-здоровы, хранимы, то будут у нас наши сваты, гости приедут. Так, дальше. То и капусту оставляю, потому что дома делаем и борщик я с этой капусточки варю. И салат делаем очень вкусный себе. Натерочку натер, туда огурчик, все такое-такое добавил, что желаешь. Так, перчик сладкий купила, маленький. А затем увидела в Костка. О, то смотрите, в Костка здесь 1 лб, 1 паунд. И сколько он было? 2, наверное, 2,50 или что. А в Костка было 1,5 паунда, 5,50. То я вам скажу, в Aldi дешевле. И такой же вот хорошенький. И там, и здесь. Салат. Это с Aldi купила. Можно показать. Очень удобно, друзья. Здесь на все идет. И заправка для салата. Себе только все в миску добавил, перемешал и все. Так, и опять капуста. Опять перчик. Я взяла 3 пакетика. Я выберу как с этого, который вот самый побольше. Вот такой. И буду его фаршировать. Перед тем, как фарширую, я его опускаю в кипяток там на несколько минуточек. Чтобы он стал мягкий. Дальше. Купила это в Aldi. Я только увидела, не было. Вот такие сухарики.
для рыбы, для всего такого. Это итальянскими травами такими. Я взяла их, я беру для котлет. Что меня удивило, что по доллару. Вот такие баночки, а доллар. 425 грамм здесь. Так. У меня такая привычка, и это у Марики, если я что-то делаю. Так, дальше. Так, все говорю. Так что извиняйте, мои хорошие. Капуста. Опять капуста. Да, что ж ты с этой капустой? Да, 7 я, наверное, взяла кочанов. Так, 6 есть. А здесь 7, значит 6. Можно кислое сделать самой. Вот той квашеной, когда я делала ту банку. Такую съели, такое вкусное, знаете. Это такие трубочки из кокоса. Они в Костко купила. Такие более-менее, ну, не такие калорийные, как обычные там всякие сладости. Вот так. Из 10 этих палочек такеньких, таких 140 калорий. Вот. Оно более, ну, не очень сладкие, такие чуточек, но вкусные. И моркови взяла. Буду делать салат с корейской моркови. Просто так. И оливье. Оливьешку. Не было, друзья, у нас оливье на Новый год, на эти, на Рождество. Будет на сватовство. Меню будет такое, какое мы любим, и какое нравится, и какое идет, и люди едят. Вот так. Салатик это тот же, или, а, другой. Ну, 2 пакета я взяла. Это уже в Костко. Я так удивилась, сегодня в Костко я мало что купила. Гномик мой хороший. Булочка, он не хочет идти на снежок, да? Ну, какой снежок. О, ты вот... Вот это портрет был бы. И цветочки. Китька. Китюня. Как раз и цветочки, и гном. Куда же я пойду? Такая метель, да, гномичек? В Костко это 10 или 15, уже не помню, сколько долларов. Такое оно вкусненькое. И колбаска, и мяско такое. Очень-очень тоненько нарезано. Где-то курочка у меня еще есть. Нужно будет, это уже после праздника, нужно будет поставить их вместе. Парочка будет, семейка. Это такой ренч заправлять салаты. Можно и мясо в него вмакать, и шашлык. Ну, любят. Майонез. Это Валди. 2 баночки. Сметану. Тоже Валди. Это баночка 2,50. Не помню. Короче, не том, что не помню. Не знаю, не смотрела. Знаю, что нужна сметана. Здесь 454 грамма. Она очень вкусная. Я обычно беру в Костко или в Сэмс такие большие банки, знаете, здоровенные там, ну, может быть, 2 литра сметаны. Но как-то последнее время я заметила, что она пропадает, портится, не съедается. То я вот беру в таких маленьких стаканчиках, знаете, и оно, ну, эту открыла, та хоть запечатана стоит. Дальше, такую колбасочку взяла. Забыла стейка взять. Купить, покушать. Пожарили сегодня. Ну. Маскарпоне. Почему этот маскарпоне, друзья, такой дорогой? Не знаю. Вот столечко его. Это я беру для кремов. Мне нужно. Сливки. Сливки из магазина LD. 30% жирности. 4,50 или что. Тоже мне нужно. Так, еще салатик. Это салатик уже в Костко взяла. 7 долларов за 2 таких пакетика. Тоже очень удобно. Я не знаю, кажется, даже... Ну, самому же оно дешевле будет купить капусту. Всякие там принадлежности, которые сюда входят. Но я покупала, вот так и лежит. А если вот так в пакетике, то достал любой себе. Взял и приготовил. Смешал, и все готовое. Дальше купила вот такие черешни. Они идут в пай. В паи такие пироги. Оно идет так с желатином таким, знаете. А я их купила. Хочу ну, я уже пробовала. Хочу сделать, но у меня нету черешни. Там были черешни просто такие в этом, в сиропе.
из черешни. Такой он жидкий. А я буду делать темные, такие коричневые налистники. Помните, я показывала? Может быть, на Инстаграм только. Те налистники, они идут кофейные, внутри крем и нужна черешня. В прошлый раз я делала малинку, а это хочу черешню. И я решила взять вот эту такую, потому что та, что в сиропе, он будет как бы растекать и будет крем становиться розовым. А вся такая погуще, вся эта, то, ну, я думаю, получится. Огурчики взяла для салатика, 99 центов. И вот я взяла в шоколаде блубери, ягоды. Голубика. Мне нужно, она там в одно печенье такое. И зеленый лучок что-то захотелось в салат добавлять. Вот такие покупочки, друзья, на сегодня у нас. Да. Еще забыла купить куриное мясо, филе. Может быть, завтра поеду на работу, если будет хорошая погода. То заеду и куплю уже с подружкой. Зайдем, забежим. Буду делать котлетки из куриного мяса. Рубленые такие, знаете. То мне нужно мясо. Своих курочек мы не рубаем, только петухов. И то, если петушок есть, то я их, ну как, бульончик делаю, там супчики, знаете. А так, чтобы отделять филе, именно то. Нет. Все, вот так. Гномик, а ты что, ты будешь салатик? Красавчик. Хороший котик, хороший такой. Самый красивый. Сейчас, друзья, сделаю салат. И буду дальше что-то заниматься чем-то. Тарты сегодня, может быть, испеку. Смотрите, здесь все. Даже на работу очень удобно брать. Или детям в школу. Есть такие школы, где не кормят. Нужно свою еду брать, покупать. Так, здесь идет семечки, бейкон и такой заправка для салата. Все, высыпаем. Я так брала на эти, на Рождество, то Цезарь и так добавляла. А, еще добавляю брынзу, да. Ну, брынза это вещь. Не могу. Иногда добавляю, Марика, когда делает, то добавляет там огурцы, помидоры еще сюда. Кто что любит. А можно не добавлять? Я обычно нет, если вот так в пакетике, то и вкусно. Если не нравится вам этот ранч, это заправка для салата. Можно взять другую, вот ту, что в баночке я купила. И тем заправить. Все, перемешали. И салатик у нас готов. Этот пакетик сколько? 2,30 или 2,70, что-то так. Ну, наесться можно здесь. Еще и останется. Все. Поприходили хлопцы, рыжик пришел, гномик еще сидит там. Всем, друзья, спасибо за просмотр. И всем пока-пока. Погодка у нас замечательная. Будем наблюдать. Наблюдайте за гномиками. Мирося открывает себе баночку тунца. Они знают этот звук. Видите, проснулся сразу. Его даже... Все. Его даже не слышно. А гномик знает все. А гномик все слышит. Звук. Ну, Руля уже пришел. Ой, как же они все знают. Она будет себе делать тунец. Яйца варит.
затем шпинат такой добавляет и туну. И на хлеб такой бутербродик она очень любит.